Привет всем. Пока шел на рыбалку, самолет вон летит на посадку в Домодедово, наверное. Сейчас разворачивался, не успел камеру достать. Пока сам иду сегодня, и сезон открываю. Вон пришел. Вон удочка у меня с этой, со стулом. Вот это на то место, которое вам показывал. Посмотрим сейчас, что там будет. Вон муравейники кругом. Коровы не ходят, не сшибают. Вот там церквушка далеко сидит. Не знаю, будет видно на видео, нет. Там купол такой сияющий. И вот подходим. Вон местечко тут. Сейчас попробуем. Тут обрыв больно. А поднимемся туда. Ну все, сейчас потом дойду, сниму там. Ну вот, пришел на съел. Сейчас тут попробуем. Нахлы с собой я не стал брать. Вот мушки еще с того года висят. Думаю, все так, на поплавок часочек посидеть, два. Он свою испытанную взял, мимикадовскую. 6-метровую. На последнее время вообще вот плавлюся. Вон, на скользящий поплавок вот так вот делаю. Ой, на поплавок нагрузил скользящее. У меня резиночка-то ехала. Ну все. И на плетенку вон. И поводочек. Где монофильный делаю. И крючки, кстати, сейчас стал на хлыстовый. Мне так больше нравится. Вешаю. Ну все, потом сейчас еще начну ловить и что-нибудь сниму. Ну вот, продолжаем снимать. Одной рукой, правда, неудобно. Перебрался я. Не знаю, видно так, нет? Лежит он. Опять на медь попали. Течение так посидеть хотя бы. Сейчас, может, местечко найду потыкаться. Вот так вот. Там сидел. Там, вон там щучки. Два щуренка терлись. Видел. Вот тут лежит такой, крутой такой. Ну все, пока снимать больше нечего, пока поклевок нету. Мы, короче, посидели час. Что-то на перловку у них не хочет брать. Щучки прыгают. Вот решили. Ой, я. Червячка тут полудохлого какого-то нашел в списке. Вон шевелится. Фокус не надо. Оп. Сейчас попробуем у него. Если уж не будет ничего наше, я не знаю. Так, блин, вот хотел поснимать, но одному неудобно и держать, и кидать, и. Сейчас попробуем сейчас. Вот, закинули. Вон он там. Наш червячок плавает. Не знаю, видно будет, нет, вон там.
течение тоже прыгает, как сумасшедшая, туда-сюда, туда-сюда. Пока тоже тишина. Не клюете. Так вот, остальные. Вот наш блок. Блин. Да неудобно так с одной руки все делать. Какая-то смешная рыбалка получается. В обратку потянул. Но все равно буду ловить, это не так неудобно. Ну все, пока всем. Ну что, посидели сегодня, ничего мы не поймали. Вон солнце уже к закату. Пойду домой. Гайморит теперь лечить буду. Неделю мне. Все, и сезон открыли. Будем теперь ловить. Там щучки прыгала, сейчас не видно. Все, всем пока.